Вместе с болельщиками с трибун за соревнованиями наблюдали глава Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, губернатор края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В составе сборной нашей страны попытку занес Дмитрий Герасимов, а Юрий Кушнарев забил два штрафных удара. Но испанцам все-таки удалось вырваться вперед. Своими впечатлениями от игры Вениамин Кондратьев поделился в Твиттере. Игра была честной и красивой. Также честно и красиво сейчас выступает в Корее под нейтральным флагом сборная России. Всей страной болеем, переживаем и ждем с победой. Уверен, российский спорт не сломить никакими санкциями и решениями. Стадион «Кубань» примет еще два регбийных матча чемпионата. Уже 17 февраля сборная России сразится с бельгийцами, а 10 марта встретится с командой Грузии. По итогам домашних игр Евро-2018 определится команда, которая получит путевку на Кубок мира.